В армянских СМИ опубликовано видео, на котором изображена колонна военных грузовиков вооруженных сил Азербайджана на неустановленной армяно-азербайджанской границе в нескольких километрах от местности Джермух. Судя по видео, на территории, где находятся азербайджанские военнослужащие, за действиями которых с расстояния наблюдают армяне, будет построена новая воинская часть азербайджанской армии. А жители Джермуха обеспокоены тем, что их населенный пункт превратился в приграничное селение. Минобороны Армении же в ответ на запросы армянских СМИ заявили, что Азербайджан создает воинскую часть на своей территории, и это совершенно нормально. Հարներով էր կամազ մամազը։